Вот уже несколько недель Анастасия Макеева счастлива в законном браке с Романом Мальковым. Все бы хорошо, да только молодоженам досаждает бывшая жена бизнесмена, а также хейтеры, которые не устают лить критику в адрес пары. Подписчики открыто называют 39-летнюю звезду мюзиклов разлучницей, ведь якобы ради нее Роман Мальков бросил 4 детей и супругу Светлану. Сама Анастасия так не считает и уверяет, что муж был несчастлив в первом браке. Она же открыла ему глаза на достойную жизнь. По словам Макеевой, Малькова унижала супруга. К примеру, велела бриться наголо, так как ему якобы не идут волосы. Не разрешала носить яркую и красивую одежду и улыбаться. Вы посмотрите, какой он хмурый на всех фотографиях. Возмущалась актриса в студии Андрея Малахова. Когда у Романа и Насти завязались отношения, та первым делом взялась за имидж любимого человека. Купила ему хорошие вещи. Сделала прическу и обновили улыбку. Все это потребовало серьезных вложений. «Мы не считаемся, я готова заплатить за него. В моей семье кошелек один. Рома похудел, помолодел. Я отвела его на маникюр. Показала, что он красивый мужчина и может нравиться». Мальков подтверждает слова новой жены. Именно любимая женщина вдохнула в него жизнь. Помогла увидеть мир другими глазами. Раньше он только работал на благо жены и детей. А теперь стал думать и о себе. К слову, Роман обижен на бывшую жену. Он никогда не скрывал от нее деньги. Имел фэмили-аккаунты. И Светлана могла спокойно воспользоваться его кредитными картами. Знала все пароли от телефонов и социальных сетей. А когда между ними начался конфликт, жена писала неприятные сообщения всем его друзьям и работникам. А также сняла 350 евро. У меня на этом все. Услышимся.